Доброе утро, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марини Стик. Сегодня 15 февраля 2021 года. И по просьбе моих подписчиков показываю нашего кота Барона. Мне писали: свободу Барону, он так нежно играется с щенульками, он их совсем не обижает. Ну, щенулик не даст обидеть нас. Дуся тут есть. А Юля, за щенулик я не очень переживаю. Щенульки и сами могут за себя постоять. У нас проблема с Бароном вот какая. Как только я выпускаю Барона в эту комнату, он тут же начинает охотиться на наших птичек. Насколько он их может достать через решетку этой клетки, я не знаю. Но пугать он их пугает. У нас еще и Дуся их постоянно пугает. У меня тут растут птенчики. Курочки, виадон. И она вот такая пугливая птичка. Ну, они еще, конечно, маленькие цыплятки. Они боятся даже меня и Дуську. Поэтому проблема с Бароном, она состоит не столько даже в щенульках, сколько вот ему надо везде прыгнуть. А тут везде у нас трубочки, проводочки, аккумуляторы. То есть, ну, тут, так скажем, чреватенько. Вот видите, что он делает, да. Ну, котик, он, это его нормальное, конечно, поведение, я же его за это не осуждаю. Просто поэтому мы его в эту комнату стараемся не выпускать. Он живет в папиной комнате, разносит благополучно папины шурупчики, болтики, инструменты, все разбрасывает с полочек, раскидывает, ему это очень нравится. А в этой комнате, как только он выходит, он сразу пытается везде и всюду пройти, добраться до наших птичек. Тут вот такая ситуация с Бароном, что он не столько чего-то может повредить через решетку птичкам, сколько он может посрывать разнообразные удлинители, проводочки. Тут вот как-то вот это вот очень страшно по отношению вот к Барону. У меня тут инкубаторы, у меня вот с дня на день должны появиться цыплятки, да. Птенчики должны быть. И вот Барон тут как раз-таки очень-очень опасен в этом отношении. Мама-героиня Юлька. Все дети на Юльке. Да, да, все дети на Юльке. Вот такие дружные обжоры. Ирбис. Ирбис, молодец какой, добрался. Говорит, это моя мама вообще. Говорит, откуда вы набрались? Рыжий, говорит, вы откуда набираетесь? Это, говорит, моя мама. Попкой кверху. Скажи, дайте моего маминого молочка. Скажи, вы что, откуда вы тут пришли? Барошек, ты еще не видел новый, да, манежек? Ага. Щенулькам настолько понравился этот тоннель-лежак, что я даже думаю, может быть, еще приобрести. Они бывают разного цвета. Вот Дуся ему сейчас даст, да. Дуся тут не даст Барону особо щеночков-то обижать. Но Барон-то, собственно говоря, больше заинтересован не щеночками, которые завтракают. Сколько ему надо тут с птичками разобраться? Скажи, это моя прямая кошачья обязанность. Скажи, пока меня в этой комнате нет, вы, скажи, говорит, хозяева, развели в доме бардак. У вас в той комнате, скажи, живут мыши. В этой комнате беспредельщики какие-то, птички. И что, говорит, вот тут хозяева понаделали, пока Барона в комнате не было. Полный, скажи, беспорядок у вас тут. Срочно, скажи, надо навести порядок. Да, птички интересуют всех. Ждем тепла. Ждем новых клеток и брудеров. Птички растут. Надо уже скорее, конечно, их расселять, переселять. Но пока вот такая погода, мы не можем птенцов маленьких переселить. У нас пока нет теплого птичника. Как только будет весна, мы все это построим, утеплим, сделаем как положено для содержания птичек. И, в общем, конечно, Барону станет посвободнее. Но, с другой стороны, я планирую продолжать. Вот для этого купила большой инкубатор. Продолжать инкубировать яйца от моих птичек. Поэтому какие-то цыплятки все время должны быть в тепле. Но мы там в большой комнате, конечно, придумали уже, переделали для вот каких-то брудеров, для, скажем так, чтобы все это не было в одной комнате.
разместить это по-другому. Но это, в принципе, все решаемо. Место есть, возможности есть, время есть. Все это сделаем. Оборону, скорее всего, будет посвободнее, покомфортнее. Но в другой комнате барона очень интересуют наши хомячки, песчанки. То есть там у него другое занятие. Говорит, развели в доме мышей. Вообще, говорит, беспредел творится. Говорит, срочно навести порядок, выловить хомяков, мышей, говорит. И так жить в доме нельзя, решил барон. Поэтому он помогает, выполняет свои кошачьи обязанности. Гоняет наших птичек. Бароша, ну наверх. Ой, ой, ой. Ай. Цыпленок ничего не боится. Этот прямо его за шею зубами. Ой, 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 барон, барон. Двадцать пятого Дуся. Дуся, не кусай его. О, как она от детей его гоняет. 25 февраля барону исполнится 3 месяца. А, нет, 3 было, 4. 4 будем взвешивать. Так, Бароша, эти птички несут яички. Такие красивые. Вот это те первые перепела, которых я инкубировала из покупанных яиц. А здесь уже инкубируются перепела, которые снесли мои птички. Так что будем ждать цыпляток. Вот она же с этой стороны. Вот так барон у нас путешествует. Мур говорит, да. Говорит, чёрти что, говорит, в доме беспредел. Полный, говорит, бардак, хозяева в доме развели, да. Да, полный бардак хозяева в доме развели, сказал Бароша. Говорит, что вы вытворяете, говорит, мышей поразвели, птиц пораспустили, говорит, тихий ужас и ужас, ужас. Пока, говорит, барон отсутствовал, у вас, говорит, в доме, опа-на, нашел щеночка. Видели, где он поймал щеночка? Прям в тоннельчике. Дуся-то проглядела. Дуся-то тоже у нас на птичек любит охотиться. Юлька играет с малышами. Ай-яй-яй-яй-яй, Дуся, ты все просмотрела. Там барон пробрался в манеж и играет там со щеночками. Ага. Насколько больно он может сделать щеночком, я не знаю. Он может тоже разыграться и прихватить их. Да, да, да. Что вы там, что? Где там эта кошачья рыжая моська? Там вижу попки только. Опа, вылетел оттуда. Ох, ох. Вы что разругались-то? Да, да, игрушки им давай. Вот такие, дорогие друзья, у нас дела. Утром все в заботах, все поели, играем, да. Топим печку. Нам обещали, МЧС угрожает минус 30. И я этого очень боюсь. Я очень не хочу минус 30. Было минус 5. Я уже так обрадовалась. Думала, ну все, середина февраля. Дело движется к весне. Пора уже тепло. Уже будем гулять каждый день, как было до этого. Но что-то нас опять тут пугают, что будет опять понижение температуры. Причем до такой степени минус 30 это ой, как нехорошо, не хочется. Будем надеяться, что нас это обойдет. У нас большая Ленобласть. Может быть, это все будет не конкретно в нашем микрорайончике. Не надо нам минус 30, нам и так хорошо. От-то, дышка всех разогнала. Ой, там мои цветы, барон пошел, цветы мои сейчас все поломает. Дорогие друзья, буду вылавливать барона, пока он мне цветы не поломал. Вот. Увидимся в новых видео. Оставайтесь с нами. До новых видео и до новых встреч на канале питомника Марине и Стик. Здоровья вам и вашим питомцам. А Индиго передает привет своей мамочке Яночке. Говорит, сижу, жду, говорит, когда меня мама заберет отсюда, чтобы спать на кроватке. На теплых мягких подушках, скажи. У этих тут минус 30, говорит, забирайте меня. Не хочу, говорит, в минус 30. Вот такие у нас новости на сегодняшнее утро. Развлекаемся, кто как умеет.
Всем пока-пока. До новых встреч.